Всем прямо доброго времени суток. Это канал Борин Дмитрий или Скучный. Ой, скучный я. Оф, да уж, куда же без потягушек. Ну что, продолжаем наше неторопливое, казуальное, ленивое прохождение игры Baldur's Gate 3 Palworld. Напоминаю вам про лайки, извиняюсь за свое сопение. Отдельное громадное спасибо Вячеславу, Shadow и Анониму. Они знают за что. Ссылка на донаты в описании под видео. Так, мне тут подсказали жуткий способ создать себе какую-то там альфа-мазарину. Выглядит, честно говоря, как призыв дьявола на болгарском языке. Вот, но, блин, как бы, с одной стороны, я, может, даже бы этим и занялся, но есть одно но. Вот у меня сейчас есть вот эта мазаринка. У меня как бы есть сейчас одна альфа... Ой, а где она? Я что, сожрал уже, что ли? Подождите, как? А, вот она. Ну да, вот она. Старательная сила земли. Я просто не совсем понимаю, нафига она нужна-то? Вот эта альфа. А что они такого дают? Я не вижу какой-то большой разницы между... Это уже прокачано, уже есть. Потом, у этих альф есть один серьезный недостаток, который прям вот он мне не нравится. Они крупнее. Тут и так большинство моделек слишком много места занимает. А эта мазаринка еще больше будет. Блин, я не знаю, мне вот это не нравится. Здоровый слишком. А тут, ну а что, ну смотрите, ну... Старательный, мастеровитый, работяга, блин, вообще. Плюс 20 работы, плюс 50 работы, плюс 30 скорость работы, блин. Да. Мотал я эту альфу. То есть, конечно, может, я и буду собирать, да, только у меня уже вот драконы носятся. Да, то есть я наконец занялся, так сказать, разведением, потому как все, тортики подготовлены, 53 штуки. Сейчас будем заказывать дальше. Вон они тут готовятся. Все делается, все куда-то идет. И куда он делся? Не тем-то парень занят. Ну ладно, пофиг. Так, что у нас по... Так, по-моему, кого-то не хватает. Так не кажется? А мне кажется. Одного здорового засранца опять не видно. Да. А, все, сделал. Какой молодец. Все прекрасно. 51 сноряд. Угу. Ладно, пойдемте гулять дальше. Пойдемте просто гулять дальше. Где тут у нас? Во. А, ну, кстати, я же хотел к этому летать. К башне. Блин, генетические следы. Они самые лютые, да, из всех. Здесь такая жопа была. Вигилант. А тут что будет? Пуф, хз. Может быть, что-то нехорошее. Смешно. Ау. У меня нет золотого ключика. О, опять эта летучка. О, отстань! А разве это кольцо не работает? Пока. А мне их надо ловить, этих вумпа-ботанов? Сейчас посмотрю. Холодный. Вум-па-ба-дан, вум-па-ба-дан, вум-па-ба-ба-па-па-па-па-па. Ну и где они? Вум-па. А, да. Ой, а чушь это я тогда? Тогда я сильно не прав. Ну что, давайте заниматься ловлей. Слышь, Кригеланд. Ну-ка, иди сюда. Ну-ка.
тебя поймаю. Нет, поймаю. Клёвая пушка, я тоже такую хочу. Пофиг ему. Ты прям детский. Не хочет. Но... О, есть. Лаборант отряда генетических пойманный человек. Ловля считается негуманной. Угу. Но я вынужден тебя поймать. А эти что, пойманы, что ли? Нет, трое. Так, Сибелис. 8 из 10. Ой. Готово. Чего? Ты козявка. Еще будешь на 89% мне тут сказки рассказывать. Еще одна нужна. Такая же. А почему у меня нет таких пушек, как у этих? Как у этих? А? Какого хрена? У меня, значит, максимум вот это. А у них там какие-то... Судя по внешнему виду, эти... Рейлганы, блин. Какого ху? Еще один. Да, уж ловить их не переловить, конечно. Придется устраивать. Опа, Мау Крист. Стоять. Я попалась. Ага. Не то чтобы они были сильно нужны, но все ж таки. Все ж таки, все ж таки. Пойти к боссу или не пойти, блин. Я-то не знаю, на самом деле. Вроде все есть для этого. Но как-то все равно ссыкотно. Так. Так, идешь, никого не трогаешь, тут в жопу пуль прилетает. Давай, ловись, мамарец большой и маленький. Еще один. Еще одно. 4 есть, 6 осталось. Мне кажется, ли их зеленые версии были более продуманные. Но в
том смысле, что они не атаковали вот этими топталками, не будучи рядом с тобой. Я вот про что. То есть, когда ты находился где-то далеко, они, соответственно, атаковали чем-нибудь другим. Мау, вижу хвост, вижу хвост, вижу хвост, вижу хвост. Ну, прости. Мау, мау. Ловись, ловись, ловись. О, еще одна. Стоять! Отлично. Просто замечательно. Ага. О. У нас нет золотых ключиков. Где ж ты, мой Буратино? С твоим золотым ключом. Где же ты, деревянная скотина? Деревянная скотина, вот такая Буратино. Ладно, по внешке потом облечу. Прям не спущусь и пройду. Сейчас надо всех отлавливать. Что с него выпадает? Да. Уйня. Ага. Точно попался? О, этот кайфон тоже нужен. Это музыка-то какая сразу, да? Смотрите. Какой-то страшный, а? Мордой повернись. Они же мне нужны? Вроде бы, да. Вроде бы. Еще посмотрим. Да, еще как нужны. Тут все нужны. И вумпа-ботаны в особенности. Завязывать с винтовкой. Она хоть и зеленая, конечно, слов нет, но все-таки зря, что ли, я автомат в конце концов подкачивал. Просто же так, понимаешь? Не для красоты же, для дела же. Вот такая вот же. Нет, тут все сундуки с золотыми ключами. Где же я вам столько золотых ключей-то возьму? Люди добрые. Наш клиент. Обычный сундук. О, а вот золотой ключ. Ура! Так, стоп. Сюда иди. Еще один нож. Наш? Должен быть наш. Какая прелесть. Сам прибежала. Ты молодец.
Где-то я здесь видел красный сундук. Отстань. Еще один золотой ключ. Понятно. Здесь золотые ключи, значит, в обычных сундуках просто валяются. Не, ну это хорошо. Чертеж шлема из рафинированного металла. Это паланиумный. Ну что, ну как вот? Ну что, ну зачем мне рафинированный металл, когда мне нужен паланиумный? Че, вообще с ним ничего не выпал? Ну это уж совсем. Это уже, ребятки, знаете ли. Одной бомбой стара страсть. Это кто расход? Угу. Уйди. Есть еще один. Сколько? Три осталось. Где-то здесь вот сундук красный был. Под золотой ключик. Опа, мау, крисп. Тихо, тихо, тихо. Попал. Отлично. Тихо, тихо, брось под лавку. Чё, кто? А вот последний. Да, 10 из 10. Все отлично. Так, тебе нужны вумпа-ботаны. Мау-криспы. Или кристы, как там правильно. И вот эти, ну да, вумпы. Вумпа. Впрочем, холод, ты, только жопная. И так с голыми бедрами девочка бегает. О, что-то их у меня вообще нет. Ну что, попробуем к боссу сходить. А, себе лица не нужны, что ли? Опс, ну ладно. Так, ну в принципе, если вот туда взять. А, вон она, кстати. Полетели. Хрен ли нет-то. Сейчас что по дороге вижу, возьму. Серебряный пик. Попикивает он тут понемножку. Так. Дороги вроде ничего не видать. Ну, кроме большого замерзшего скелета, да? О, телепорт. Телепорт, это хорошо. Хорошо. Так, ой. А, Кинг Пака Крист? Чё? Нет, стоп, где? А, в пещере где-то, да? Вот тут, наверное. Нет. Блин. А, не вон он, вижу. Ой! Ха!
Ну, обычно вот около таких вот... Угу, еще одна нужна. Обычно таких вот мест входы в пещеру. А, во. Кинг Пака Крист. Охренеть, блин. Ну, вот это, конечно, меньше из того, что я вообще искал, честно говоря. Меньше всего хотел бы ее разыскать. Но мне эти кинг-паки нафиг не нужны. Может, конечно, из них что-то выводить можно прикольное, но... Так. Так, 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 так. Как-то так. Берем бочки. Что такое? Ого! А может и не ого? Да что ты носишься-то? Успокойся ты, блин! Перезарядишься, нет? О, еще с первого раза. Бензин? Хм. Ладно, хорошо. Плод мастерства земля. Не хватило, да? Земля, каменный взрыв. Ну вот такое. О, нас сразу нашел. А, то есть она просто охлаждение третьего уровня. Обладатель черствого нрава, не умеющий выражать свои чувства, судьба тех, кто не смог наладить отношения с сородичами, печально, они остаются в полном одиночестве. Чушь полная. К черту родственников. Точнее, не так, к черту социальные отношения, одиночество. Это прекрасно. А родственники, что родственники? Родственники есть. Родственников надо любить на расстоянии. Чем дальше, тем крепче. Хорошо, пока вы дистанционно общаетесь, все прекрасно. Начинаете общаться поближе, и тут начинается выясняться всякие мелкие подробности. То кто-то жопу не вовремя почешет, то рыгнет за столом, еще что-нибудь. Мелочи. А так, все идеально. Шутка, конечно. Но в каждой шутке есть доля шутки, правильно? Застрял. Так, ладно, к кинг-паке мы сходили. Нам сейчас туда, что ли? Нет. Нам сейчас туда. Угу. Так, это нам нужно? Нет. Ты нам не нужен. Да, ну согласен, со сферометом, конечно, удобнее. В плане вот этой проверки. Навел, посмотрел, показал. Но я еще раз повторюсь, я все-таки считаю, что им надо доработать тему со сферометом, чтобы он у тебя на кью вызывался. Вот, по-моему, это все-таки будет более правильный вариант, чем он, чем то, что он занимает отдельный слот. Это, ну я не знаю, мне как-то это... Мне это странно, то есть как бы у тебя есть кнопка кью, бросить сферу. Логично, что и сферомет будет на этой самой кьюшке. То есть ты ее зажимаешь, он у тебя появляется. Начинаешь им управлять. Кажется, отпустил. Все. Ну, то есть. По-моему. А, это. А, все, что ли? Подожди, ну как? Как все? А, ну да. А это что? Минуточку. Это я ее вижу отсюда? Охрена себе дальность прорисовки, блин. Неудивительно, что игра глючит периодически. Да, кажется, погорячился с тем, что золотые ключи часто находятся. Ни хрена не часто. Так, съешь, 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 съешь. Вот, все подпитайтесь этим мясом. Один хрен, оно тяжеленное. Ну чё?
Попробуем. Ой, оторвут мне там все, что отрывается. Давайте глянем, что это такое. Боссу отряд генетических исследований. Ну, пошли, поглядим. В принципе, ничего страшного, тут телепорт рядышком, так что это не такая большая проблема. Просто интересно, действительно интересно, кто тут сейчас будет. Девочка, мальчик или бабушка какая-нибудь боевая. Кстати, было бы прикольно, если бы тут какая-нибудь бабуля такая была. Не, пацан, похоже. Ой, ну классика, Оняме, конечно. Слепой мальчик в черном плаще. Чё ты хмыкаешь-то? Ну и кто у тебя? Ух ты! А это кто? Ух ты! Нифига себе! Охренеть! Виктор и Shadow Big. Век, век. Сколько?! А, ну не, ну урон, кстати, нормальный наносит. Ах ты ж! Ай! Караул! Караул! Убивают! Гады! Хулиганы зрения! Ай! Что такое? Не вижу ни хрена. Блин, а у меня лечиться нечего. Да блин! Ай, караул! Что-то убяк убивает. Проблема же драгон, что он носится как ненормальный, блин. Ай! Да. Ай! Хелп! Убивают, гады, зрение лишают. Не только зрение. Сейчас еще и девственность заберу. G3. Огонь! Ай! Караул! Не надо! Плохой шадоубяк! Проблема в том, что он еще не глушится ни хрена этими атаками. Вот, блин. Подлюка. Ну перезаряжайся! Ну что ж ты такой? Медленная. Ай, нет! Почему через стенку-то, падла? Да, это было обидно. Вот, кстати, раздражает, на самом деле, вот эта тема, то, что через стенку можно хер... врачить. Она опять не перезарядилась. Сволочь! Ну, чё ждём? Вроде урон-то и наносится.
Кажется, он сейчас тоже помрет, похоже, да? Перезарядочка! Ах ты ж, падла! А чё ж такое? Я шут нажал. Опять сейчас он нарисовал, не будет атаковать вообще. Ого. О! Тя, Анубис уже мертвый, блин. Офигеть. Чё там с этими вашими Анубисами, блин? Херня эти, Ай, караул. Блин, смог. Херня эти ваши Анубисы, блин. Чё, его один раз атаковали, он уже сдох, блин. Тоже мне. Анубис, Анубис, попробуй. Чё Анубис, блин? Вот он ваш Анубис, чуть... Да. Возьми много. Эй, ну какого ху... А, ну да, у меня нет ничего, да? Здорово, красавица. Выживший исследователь. Вот, блин, а. Кизарство, как будто пещера должна быть, ей-богу. Так. Не туда нажал, да? Ну, ничего, это бывает. Главное, чтобы сейчас враги не пришли. Эй, в смысле? Я же выпил. Что-то не понял. Да. Еще много с ним, конечно, прокачаем, но... Тут всякого разного. Ну вот он. Удар. А, ну да, у него только удары есть. Да, то есть своим пушками он пользоваться вообще не умеет. А что умеет этот лаборант? То же самое. В общем, да, это бесполезные ребята. Их надо того. Того их надо. Этого. Сколько там лиц-то? О, нормалек. Пошли, поставим. Готовиться. Шутка. Это же Кицун живой, а, ну нормально. Пал вылупился. Пенкинг. Фига себе. Полезно. О, рептира Крист. А у меня таких не было, по-моему, еще. И себе ликсы были. Ванавирум Крист. Нет, такие точно были. Да, ледяные яйца. Смысл собирать есть. Ох ты ж, что-то у меня тут сплошные вановерн кристы, блин. Чилет. Хе-хе, здорово. Блин, ни одного этого. Ни одного этого. Вот это. Цуна, блин, вообще ни одного. Надо посмотреть, как их выводить, потому что что-то как-то это... Готовим, готовим. Не останавливаемся. Драконов надо много. Качать моего. Того сего. Всякого разного. Так. Да. Триптира. Сибеликс. Что умеет? Заморозка и добыча. Ну, тут заморозка, переноска. Угу. Ладно, хорошо. Так, я так понимаю, кто-то у нас... Да, кто-то умеет. Вот он. Ну понятно, тут охлаждение, тут разжигание. По всему телу то упало, струится ледяная кровь. При моментальном нагревании кровь превращается в пар, вызывая чудовищный фреатический взрыв. Угу. Ну ладно, что. А, еще кто-то есть? А кто еще? А, этот, босс, да-да-да. Shadow Beak. А это кто? Кто мне остался, кстати, из ненайденных? А, ну, кстати, вот это, именно Стинга тоже. Где-то мы его увидели. Ну, в общем-то, и все. Ну, кстати, не так много осталось ненайденных, да?
тут все прям. Хорошо. Прям, блин, хорошо. Прям я даже сказал замечательно. Ну что, пошли свои шмотки возвращать. Да. Рановато нам сюда. Рановато. Надо подкачать. Че, что-то я, кажется, замерзаю, да? Тифун, спаси мою жопу. А то она сейчас... А то при следующем движении булками вместо шлюп-шлюп будет дзынь-дзынь. Это не очень прикольно. Хэ. И сразу перезарядился. Вот это правильно. Вот это я понимаю. Да. Знатно меня тут поимели. Ну, как поимели? Ну да, поимели. Что ты еще можешь сказать? Что такое? А, ну да. Тут какой-то огненный нужен, наверное. Но огонь ему вроде как урон вносил. Вполне себе так. Хорошо. А может огненный шторм против него попробовать? С огненную сферу. А, это я видел, да. Вместо драконьего метеора. Нет, ну урон вроде был нормальный, в принципе-то. Просто его подкачать. Анубиса нафиг. Я не знаю, что-то. Я не понимаю, зацени Анубиса. Что зацени Анубиса? Его, блин, пинают все, кому не лень. Я говорю, докачайте и забыть, как страшный сон. Пенкинг? Чего вы делаете? Ну ты хитрый какой. Со мной пошел. Так, сейчас. О, еще двоечка. Так, ну что, надо восстанавливать. Точнее, не так. Сначала давайте сбагрим все, что было принесено. Так. Рафинированный металл. Так. Во-первых. Так. Ну, из рафинированного металла... Иди сюда. Зеленая, да? А нафига она мне? Зеленая не надо. Да что мне из этого? Металл нет. Увы, ах, так, высокая цена, высокая цена. Угу. Не нужно мне это, увы и ах. Зеленая, да? Каменный взрыв. Не, тоже на продажу. Тут прям без вариантов. Собираем синие. Вот сюда же. Так, теперь... А, свечи забыл выложить. Это неправильно. Так. Ну, пошли заказывать. Сначала снаряды. Потерял. Так, 27. Да подожди ты. И сферы тоже надо. 106, 145, 199, 49. Чего не хватает? Цемента. Мне нужно 51. Посетитель? Посетитель, это хорошо. Так, нужен цемент. Цемент нужен. Мы тебе немножко поможем. Хоть побыстрее будет. Посетитель, это у нас торговец, да? Да. Это у нас торговец. Фух. Может, надо было драконьими ракетами пользоваться, но тоже вопрос. Надо ли? Было ли?
Рейни Дрикс. Интересно, да, что реально вот из всех яиц ни одного кицуна не было. Прям вообще. Все, понимаешь, почему я их не нашел? Потому что они как бы ночные ребята, как я понимаю, но. А где он, кстати? Там где-то наверху шаромыжится. Ну просто в яйцах тоже его нет. Что, честно говоря, несколько как-то странновато. Как-то, как-то. Сейчас торговец дойдет, надо будет ему продать. Наверное, на этом надо останавливаться, потому что сейчас, во-первых, надо сгонять за еще одним джетрагоном. Надо сгонять за еще одним Анубисом. Ну да. К сожалению. Почти миллион. Миллион, да? 700, да. Лимион. Это хорошо. Продаться сейчас. Где этот? Где этот? Этот. Идешь долго. Ты очень издалека, парень, идешь. Так. Продать. Бам-бам-бам-бам-бам-бам. Ого, 6 тысяч, нормально. Бам-бам-бам-бам-бам-бам. 71 тысяча. Нормуль? Нормуль. Может купить? Что-нибудь у нее. Патроны для винтовки, например. Сколько у меня их? А, мне патроны для штурмовой винтовки нужны. Это штук 200, да? И делать не надо. Хорошо, хорошо, хорошо. Ну а что? Деньги всем тратить нужно. Тем более сейчас размен получился вполне себе выгодный. Угу. Так, тут тоже готово. И здесь нужен цемент. Цемент. Телесной жидкости палов и кости. Ладно, в общем, сейчас пойду поохочусь за телесными жидкостями, за драконом, за Анубисом. Кстати, а сколько у меня Анубисов? В принципе, так-то по-хорошему. Если я буду использовать Анубисов на ракетницах, на стационарных, нужны не какие-то атакующие или мастеровитые. Нужны Анубисы, здоровяки и так далее. Да, вот всякое такое. Где они, кстати? Потерял. А, караул. А, вот. То есть, да, вот спринтер, это все не очень надо. Нужен какой-нибудь... А чего у них так мало? Нужен какой-нибудь здоровяк или... Даже не знаю. Если не земля, это что? Земной урон, да, это скорость работы. А ты у нас кто? А, у тебя драконья кровь. Старательно. Здесь кто? Мастеровитый. Да. Да-да-да-да-да-да-да. Ну, как бы сколько-то уже есть. Ладно. В общем, сейчас пойду решать, так сказать, текущие вопросы. Ну а вам, народ, всем огромное спасибо за просмотр. Напоминаю, что ссылка на плейлист, на дискорд и на донаты все это в описании под видео. Извиняюсь за свое сопение. Всех, кто же до сюда досмотрел, обнимаю. Парни, хлопаю по плечу, девушки, мокрую щечку. Увидимся в следующей серии. Увидимся в следующей серии. Пал World. Безоговорочная Фарева. Как-то так.